Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 50, упражнение номер 7. Реши и выполни проверку. 54 минус 19. Из 4 вычесть 9 мы не можем, занимаем у 50-ков. 14 минус 9 равно 5. Здесь уже 4 минус 1 равно 3, 35. Для проверки 35 прибавим 19. 5 плюс 9 равно 14. 4 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 1 равно 4, еще 1, 5. 54 у нас получилось уменьшаемое, вычитание выполнено верно. 16 плюс 49. 6 плюс 9 равно 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 4 равно 5, еще 1, 6, 65. Для проверки суммы 65 вычтем второе слагаемое 49. С 5 вычесть 9 мы не можем, занимаем у 60-ков. 15 минус 9 равно 6. И здесь уже не 6, а 5. 5 минус 4 равно 1. Получается 16, то есть первое слагаемое, сложение выполнено верно. 27 плюс 38. 7 плюс 8 равно 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 2 плюс 3 равно 5, еще 1, 6, 65. Для проверки 65 вычтем первое слагаемое 27. Из 5 вычесть 7 мы не можем, занимаем у 60-ков. 15 минус 7 равно 8, здесь уже не 6, а 5. 5 минус 2 равно 3, 38. У нас получилось это второе слагаемое, значит, сложение выполнено верно. 43 минус 17. Из 3 вычесть 7 мы не можем, занимаем у 4 десятков. 13 минус 7 равно 6. И здесь уже не 4, а 3. 3 минус 1 равно 2, 26. Для проверки к разности 26 прибавим вычитаемое 17. 6 плюс 7 равно 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 2 плюс 1 равно 3, еще 1, 4. Получилось 43 уменьшаемое. Значит, вычитание было выполнено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.